Доброго времени суток. Давайте посмотрим, девочки, мальчики, подсказки карт на ближайшее время. Что скажут карты, на что надо обратить внимание. Расклад общий. За личным обращаемся по номеру телефона WhatsApp. Давайте посмотрим, что же подскажут карты на ближайшее время. Подсказку карт. Девчоночки мои, на ближайшее время вам такая подсказочка, что надо бы уже выходить из своей скорлупки. Надо бы уже начать видеть какие-то варианты жизни, реализации, да. Видеть какие-то, видеть людей, видеть возможности. Вам пора выплывать, да, вы уже подзарядились, выше говорят, что у вас уже все в порядке с энергией, вам пора уже из своей скорлупки, приняв тот опыт, да, переработав его, взяв все классное и клевое, двигаться вперед, девочки. Вы засиделись уже на одном месте, вы уже уже передумали, задумали, выдумали уже, что только могли. И пора бы взять все-таки вот этот ключ и открыть уже эту дверь, в конце концов, да, и уже пойти дальше. Так, какие еще подсказки карт будут у нас, девочкам, мальчикам? Так, заканчиваем. У кого треугольники, девочки, заканчиваем. Начинаем любить себя, да. Начинаем идти дальше, как бы трудно ни было. Опять же, видимо, все по той же схеме. Уходим из треугольников, любим себя, оберегаем территорию, не впускаем врага. Потому что, девочки, женатый человек для свободной женщины враг. Самый натуральный, потому что ничего толком от него не добиться, да. Начинаем любить себя, начинаем веселить себя, начинаем новую жизнь, начинаем увеселительные прогулки, придумываем для себя досуг, чтобы ни о чем не думать, девочки, не думать о том, что высасывает энергию, да, и не отдавать энергию тем людям, которые недостойны. Так, что еще? Какая подсказка карт еще будет на ближайшее время? Девчонки, будьте активны. Будьте активны, будьте попрыгушечками, знаете, такими. Куча идей, куча возможностей. Самое главное, что вы должны быть легкая на подъем. Легкая на подъем, девчонки. У кого-то случится от того, что вы почувствуете себя совсем по-другой, энтузиазм захлестнет вас конкретно, будет встреча с приятным человеком, да, королем чаш. Но все-таки, девчонки, опять-таки, услышьте совет, король чаш все-таки не серьезный человек, но не серьезный он не создан для серьезности, да, заливать в уши. Но опять-таки, девочки, по девятке пентаклей здесь у вас будет прекрасная увеселительная программа, человек сделает вашу жизнь прекрасной, да, какие-то подарочки, может быть, куда-то проспонсирует что-то, да, куда-то вас будет водить. Так, давайте еще подсказочку от карт на ближайшее время. Девчонки, заканчивайте грустить, тосковать по тому, что было. Увидьте уже в конце концов просвет, да, свет в конце туннеля. Уже пора перестать себя за что-то винить, кого-то ждать. Все уже, девчонки, перестаем тосковать по прошлому. Перестаем, забываем, это уже и говорят, что это не надо, впереди столько возможностей, впереди жизнь, да, зажгите себя, пожалуйста, уже перестаньте жить прошлым. Так, и давайте еще одну подсказочку возьмем, подсказочка от карт на ближайшее время, девчонки, мальчишки, вам. Девочки, у всех, у кого были треугольники, несчастная любовь, законченные отношения, да, разочарование в любви, прекращайте, впереди новый шанс. Это самое лучшее, вот закончить, да, расклад. Шанс на все. Шанс дается Богом. Туз пентаклей – это энергия свыше на все. Это шансы на все.
все на построение новой любви, новых отношений, бизнеса, да вообще на все что угодно. Девочки, я желаю вам после Нового года, да может быть и до Нового года у кого-то, да, если выпадет такой шанс, девчонки, это круто. Держите, держите и будьте счастливы.